Чао, какао, друзья! У нас новая рубрика Cooking with Dasha and Natasha. Ну как? С Наташей cooking, с Дашей... Eating. Нет, vibing. Vibing. Наташа готовит, а я такой... Ты типа помогаешь, помогаешь. Типа помощник, как могу. Кто из нас рататуй? Кто? Ты? Окей, а ты этот чувак, да, который херай? Да! Сегодня мы будем, значит, печь. Значить печь. Мы сегодня будем печь. Мы сегодня будем печь и петь. Один такой фисташковый кекс, я на самом деле даже не знаю его название, у него нет названия, но я его называю фисташковый рай, потому что вот Даше он безумно нравится. Это первое, что Натусечка приготовила, мне привезла. Везла в самолете, кстати. Везла в самолете. И это было просто бомба. Почему фисташковый рай? Потому что вообще практически все состоит из фисташек. А я обожаю фисташки. Фисташки у тебя вот рот грязный. Паста. Я даже оделась в фисташку. А здесь таким основным ингредиентом будет фисташковая паста, не фисташковый крем, который мажут на хлеб. Нет, это фисташковая паста. Она другой текстуры, она более терпкая, она не сладкая. То есть такой пьюр фисташка. И на самом деле ее очень сложно найти, то есть ее не продают просто в магазинах, ее продают только в специальных магазинах для пекарей, для кондитеров. Для пекушек. Для кондитеров, и ее было очень сложно найти, поэтому 2 года я не делала этот кекс, но вот в Австралии я нашла, собственно, эту прекрасную фисташковую пасту. Я думала, ты 2 года искала ее. Я, ну, 2 года искала тоже. Нет, ты 2 года делала масло. Из фисташек. Да. Короче, начнем, потому что разговоров очень много. Да. А времени мало. А дел еще больше. Да. Все, погнали. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing, do I, do I, do I. Итак, начнем мы, короче, с самого такого сложного. Вообще в основном рецепте используется фисташковая мука. Фисташковую муку также найти нереально почему-то. Вот миндальный, да херища, а фисташковый нет. Поэтому мы будем ее делать сами. Но будем делать в таком экспресс-варианте, потому что... С обычной мукой. Бланшировать орехи у нас не было времени, да. Чтобы полностью вообще очистить их от любой шкурки тонкой, у нас на это нет времени, поэтому будем делать как есть. У нас вот есть миксер. Да, пришлось купить несоленые фисташки. Мы их чистили. Я поняла, что соленые намного вкуснее. Мы их чистили, как белки в Чарли Шоколадная Фабрика. Ассистент, высыпаем орехи. Так вот. Класс. Ну, один. Ну, хорошо. Сейчас будет громко. Блендеру жопа. Да не, не, не. Классно. Я помню, что у нас тут кнопка сломана, поэтому как только поворачиваешь, он начинает миксерить. Просто раздробленный. Ну так это он и есть такой. А, это такая мука, да? Да. А, ну все тогда супер. Сейчас мы еще ее немножечко подробим. Ну все, класс. Откроем прекрасную крышку. Похоже на какую-то коровью. Даже на лошадиное. Пока мы не очень аппетитные кукеры, ну ладно. Это фисташковая паста. Да, реально. А не фисташ... Ой, фисташковая мука, не фисташковое говно. Я котенок-поваренок. Я котенок-поваренок. Музыка, под которую удобно думать, что ты котенок-поваренок. Мы ее не утрамбовываем.
Мы ее только что растрамбовывали. Мне так нравится заниматься этой херней. Я вижу. Так, короче, следующее. Мы должны для начала смешать масло, сахар и фисташковую пасту. Масло. Бейкинг. Бейкери. Все, я поняла. Следующие рубрики. Мы должны хоть раз позвать Алену. Соленой сделать, блин, ее любимое блюдо или что-то, чтобы она кшеварила. А мы там гости приедет или что? Я не знаю, мне пофиг, мы к ним гости приедем. Значит так, сливочное масло 80 грамм. А здесь у нас вот мерочки по 10 грамм, значит... Реально есть мерочки? Здесь у нас 60 грамм. Класс, я могу вторую достать? Да, только тебе надо ножиком отрезать. Сколько? 20 грамм еще 20 нужно. 20 грамм. Еще 20 грамм. Это я отрежу, я помню. Давай. Я так люблю хлеб с маслом. За хлеб с маслом убить готова. Я даже готова на воровство, либо хлеб с маслом. Да. 20 грамм. А вот тут сколько грамм осталось? Ну тут до хера, Вов, ну че. Вот мы сейчас... Классно. 65 грамм сахара, у нас вот он в таких вот штучках. Держи. Что, высыпать? Высыпай. Сколько? Ой, ты делаешь как это, правильно? Я профессионал, детка, я профессионал. Все, вот это, потому да? что человек, который это придумал, повесился из-за того, что... Реально повесился из-за этого? Ты думаешь из-за этого? Ну, какая-то такая легенда. Ну, понятно, не из-за этого, значит. Больше нет сахара. Все нормально. И 70 грамм фисташковой пасты. Здесь баночка 100 грамм, значит... 70? А зачем мы две взяли? А там еще для глазури. Эй, я попробую. Все, попробуй. Не факт, что тебе понравится. Ого, она как краска. Терпкая. Я думала, она будет джелато на вкус. Во, это паста. Так, 30 грамм примерно оставляем. Пасточку добавили, сейчас нам это надо пожамкать ложечкой. Хочешь пожамкать? Низкокрасная, блядь. Это нужно помешать все хорошенько до однородности, чтобы получилась такая вот тоже паста. Фисташково-масляная, вкусная, сладкая, нереально. Вот эта штука тебе понравится, я думаю. Я вижу. По цвету, как какашки в амбатах. Ну, знаешь, любишь фисташки, люби какашки в амбатах. Нет, любишь фисташки, люби и в амбатах какашки. Ребят, а еще, ну, пишите, если вы хотите что-то конкретное, чтобы мы приготовили, или чтобы мы продолжали с нашими какими-то рецептами, которые мы вот... обычно кушаем. Ну, вот не рецепты тост, кушаем, а блюда кушаем. Вот. Пишите, так сказать. Фидбэк нам нужен от вас. Да, пишите. Ой, блин. Да, там сахар, прям сахар. Да, типа я мешаю. Ну, так вот. Вот это такая основа. Сейчас туда пойдет. Значит, это основа. Это база. Это база. Это база. Сейчас туда пойдет фисташковая мука, обычная мука, яйца и разрыхлитель. Давай. И фисташки. Знаешь, что ты сейчас можешь сделать? Так. Порубить фисташки. Вот у нас вот есть. Вот так вот. Да. Гарет. Бери там доску, моску. Смотри так. Берешь и начинаешь как бы вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Как? Вот так вот. Я так не умею. Ломать их, понимаешь? Неплохо. Она справляется неплохо. Она справляется неплохо. Я думаю, что прям меньше уже не стоит. Это будет уже мука. Нет, там некоторые просто большие слишком. Так, продолжим. Вот в эту нашу фисташковую субстанцию. Суп.
субстанцию. О, надо вот это. Что? Что? Что делать? Что ты хочешь делать? Что в нее делать? Нам сюда надо, во-первых, разбить два яйца. Ой, кому-то не повезло. Шутки. Шутки за 300. Утро тариста. Сейчас. Коробка, главное, чтобы не попала. Так, нам нужно 3 грамма baking powder разрыхлителя. Здесь в одной пачке 12 грамм, то есть нам нужна 1/4 пачки. Чё рыхлим? Рыхлим тестичка. Ситичка? Тесто. У нас тут такой сирач уже. Да нет. Так, мука 35 грамм, там, блин, все в граммах, но это примерно 1,5 столовые ложки. Нам нужно 60 грамм фисташковой муки. А, ну это давай взвешу. Это, короче, у нас тут проблема. У меня, когда я в прошлый раз делала, у меня были и весы, у меня был такой термометр, чтобы измерять температуру шоколада. У меня был специальный нож, который круглый такой, вот, который вырезал формочку этого кекса. Сейчас нету ничего. Поэтому... Это есть я. А это самая важная. Давай я тебе измерю, давай я вырежу, да, давай измерю температуру. Я пальчик засуну в шоколад, измерю. А я твою, да, измерю в этот момент. Нам, ну, короче, это примерно... Сколько вот здесь? Я не знаю. 4 вот таких вот ложки. Ну, фигач, что. Съемка, как она есть. Да, я помесаю. Да мне. Это надо прям хорошо вымешать. Ну, так извините, я тут нахуя... Ты какие-то сопли, знаешь? Ну, значит, не будешь есть что. Похоже, знаешь, на маракуйю, которая мякоть. Ее нужно прям, чтобы она стала нежной. Как я? Как ты? Но такой нежный невозможно. На самом деле рецепт, если так глянуть, он простой. Ну, в плане, знаешь, вот ты это все замешал, по формочкам раскинул и запек. Выглядит вообще. Какая густая штука. Да. Угонял. Реально джелатон похоже. Выпекать при температуре 160-170 градусов. 12-15 минут, но надо следить, чтобы не сгорела душа ваша. Формочка в виде каннели, то есть вот эти пирожные каннели французские. Кстати, я их тоже очень люблю. Вообще, как итальянцы. Не, французские каннели. Сейчас нам надо наполнить, ну, каждую ячейку или насколько хватит, вот этим вот тестом. Вообще, как я делала раньше, я наполняла пекарский мешок и вот таким образом наполняла каждую ячейку. Белый шоколад же нужен, да? Это уже следующий, когда это все выпечется. Ты что, будешь выпекать с белым шоколадом? Дуратек мой сладкий. Я все могу выпекать с любым шоколадом. Да пофиг. Что, он у тебя замерзнет? Замерзнет. Давай, яркий. Снимай, как засовываю. Смотри. Берёшь штуку. Пометь. Можно чайный, кстати. И вот. Да. Аккуратненько так. На где-то половину. А, да? Да. А вот мне прям так кусить. Я поняла, это гуакамоле, а это совушки мои. Совушки. Вы такие совушки. Так, у нас греется духовка. Let's go, babe. Короче, 12-15 минут. Приготовим шоколадную глазурь. Опять-таки, смотрите, в оригинальном рецепте, чтобы сделать эту шоколадную глазурь, нам нужен специальный шоколад. Он типа менее сладкий, он специально для того, чтобы его растапливать. Темперированный. Да. А какой?
Ну, просто продается пистолетный шоколад, он типа темперированный. Темперированный. Не, ну правда. А что я так сказала? Ну, я так, ну, типа, темперированный, да. Я так сказала. Умничка. Короче. А вот так всегда! А вот так всегда! Иди ко мне, мой. Иди ко мне, фисташечка моя сладкая, мой бубик малыш. Иди ко мне, сладкий, иди ко мне, хороший. Я просто профессионал, поэтому я тут. Короче, у нас обычный белый шоколад, не темперированный. Но литр. Лиду. Фисташковая паста нам нужна. И вообще в рецепте нужно еще какао-масло, но какао-масло мы тоже не нашли, поэтому не будем его использовать. А еще в идеале нужен такой термометр, чтобы измерить температуру шоколада, до которого его нужно остудить, прежде чем добавлять фисташковую пасту. То есть его нужно остудить до 33 градусов, но мы этого делать не сможем, у нас ни черта нету. Поэтому мы просто растопим шоколад, подождем, пока он чуть-чуть остынет, и добавим в него фисташковую пасту без какао-масла. Какао-масло нужно для того, чтобы вот эта вот глазурь такая, которая получится, чтобы она не была супер хрустящая, как шоколад, чтобы она была более мягкая, но... Сэ-ла-ви. Сейчас посмотрим, есть ли тут золотой билет в лимонке. Давай его прямо на кубики, чтобы ему легче было таять. А ну сейчас, короче, опять-таки, сейчас надо было бы в идеале топить на водяной бане, но мы растопим его в микроволновке. Своим сердцем. В целом они вроде как готовы. Да? О, кексики. И теперь нам нужно оставить их там минут на 20-30, чтобы они остыли. Потомиться. Потомиться, чтобы мы смогли продолжить наш процесс. Значит так, шоколад мы растопили. Вон там. Музыкальная пауза. Мурмяу, мурмяучки, мурмяу. Мурмяу, мурмяу, мяу, мяу. Они чуть-чуть остыли, поэтому сейчас их проще достать. Ну, вообще не должно. О, да? Да, они хорошо. Фисташки! Вот такие, короче, абсолютно пока что сырые. Сырые в плане, что над ними еще работать и работать. Значит так, ну, говорят, 150 грамм шоколада и 120 грамм фисташковой пасты. То есть это уйдет вся паста. Вся? Да. Реально вся? Ну, да. Вот, так там столько глазури нет, там столько, некуда ее столько. Я честно скажу, что... Ну, я бы, наверное, всю не использовала, потому что не хочу. Ой, какая прикольная. Фисташка в шоколад. Ну, больше похоже на белый шоколад, конечно. Ну, потому что мы добавили мало фисташки. Теперь заливать надо, да? Теперь надо заливать, но мне кажется, нам вот этого хватит не на все. Нам надо. Потому что, смотри. Хочешь их разрезать? Нет, нам надо отрезать вот эту часть. И нам в идеале вот это вот постругать, потому что нам нужно место вот здесь вот для шоколада. Это плохой нож. Потому что оно сейчас рассыпется у тебя. Блять, а что мне делать? Во-первых, нос вытрясать. Ну, смотри, просто смотри. Короче, надо вот... постараться как можно аккуратнее, обычным хлебным ножом, постругать вот так вот вокруг, чтобы в форме осталось место для глазури. Блин, вкусно. Давай, что делать?
чтобы не застыл. Муравью приделать. Я еще подумала немножко свой вот прикольчик добавить. У нас осталась фисташковая мука, и мы чуть-чуть туда ебанем. Знаешь, типа украшение такое будет. Вау, давай. Нам надо погрузить и максимально постараться. Ничего не получается. Но нет, оно поднимается, поднимается. А, вот, получилось, да? Получилось? Да, неравномерно, но, блядь, ну ладно. Ну, получится чуть такой обосранный. А, правильно? Правильно говорю? Правильно. Убираем в холодильник минут, ну, не знаю, до вечера. Минутно до вечера. Два часа дня, минутно до вечера. Это, блядь, разъеб. Кекс. Кекс, да, очень вкусно. Я могу все шкурки вот здесь есть. Аленка, это челлендж. Приготовь такой же кекс. Что? Мы ушли на пару часов, оставили застывать кексу. Переоделись такие вообще. Шмишмы. Та-дян! Пока не очень красиво. Сейчас мы это вытащим. Не вытаскивается, да? Ты прям так... Выглядит, кстати... Not bad. У нас тут с посыпкой фисташковой сверху. Так. Ну, так, выглядит симпатично. Выглядит лучше, чем ты ожидал. Да нет, я что, я ожидала, это я профессионал в этом плане. Да, только вот эта посыпка, она выглядит так, как будто вот здесь шоколада не хватило. Да, yeah, но... Вот. Но это посыпка, как бы, наверное, логично все-таки посыпать потом в конце. Вот, вообще вот они выглядели вот как вот этот посерединке. Вот это было как бы такой экспромт. Вот это вот то, как он должен выглядеть. Мы будем пробовать? Мы будем пробовать, конечно. Сейчас мы его разрежем, еще покажем, как он выглядит внутри. Кайф. Так, ну что? Что, пробуем? Ну что, давай. Cheers. 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 Ребятки. Ребятки. Кстати, дело не только в какао-масле. Если смешать просто белый шоколад и фисташковую пасту, оно получается мягкое. Угу. Офигенно. Единственное, что, видимо, тает быстрее, я не знаю. Тоже шоколад не темперированный. Ну да. Ребята, топ. Очень неплохо. Вот. Короче, я надеюсь, вам понравилось видео. Я надеюсь, что вы будете использовать этот рецепт. Угу. Если будете, пишите, угу, понравилось ли вам, получилось ли у вас, угу, и ваше вообще мнение. Вот. Ну и пишите, конечно же, фидбэк. Нравится ли вам рубрика? И мы еще это самое в процессе придумывания названия. Да, этой помогайте рубрики. Помогайте. В комментах пишите название для новой рубрики. Вот. Победитель ничего не получит, кроме признания. Да. Ну и не забывайте подписываться на канал, лайкать. Ну и все, вы сами знаете. Да, комментарии пишите, очень приятно. У нас это получилось такой не супер профессиональный, немного такой ламповый. А у нас все так и будет. Все живое. Все ламповое. Все ламповое, да, срамповое. Мы будем готовить не только десерты, естественно. Десерты вообще... О, тирамису будем готовить. Да мы много чего будем, там, знаете, как пойдет. Да, как пойдет, бутерброд с авокадо вот сделаем. Да, может быть, да. Короче, надеюсь, вам понравилось. Все, всем спасибо. Да. Всем пока. Subscribe. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes upright.
always, all days, all nights, sing do-wah, do-wah, do-wah.